молодой и юный октябрь впереди. Кстати, это наша площадь вокзальная, привокзальная. Да, блядь, Ленин стоит. Коммунисты рулят! Не собьют. Вон там у нас вокзал находится. Мастер пицца. Хуйня, не пицца. Хотя существует с 90-х годов. Сейчас во дворик зайдем. Покажу, как выглядят у нас дворики в центре. С внутренней стороны. Гуль летает. Цветочки. Хоп, эй, халалей. Это детский садик. Кстати говоря. Вот так с внутренней выглядит. Хотели посмотреть голубинку? Там пакет какой-то висит. Что это? Пакет. Фу, развонял своей машиной, да? Там тёлочка сидит, кажется. Цветочки. Это, конечно, не Питер. Да, в принципе-то неплохие дворики. Только здесь покосить надо. Еще цветочки. У нас любят цветочки. Петунья особенно, видимо. Дохуя насажена. Шкода. Бабка стоит. А вот мусорки огороженные такие. Объявлениями обвешанные. Специально коробки делают, когда сильный ветер, чтоб не раздувало. Бля, еще и на замке, оказывается. В общем, вот так. Больше здесь, наверное, интересного ничего нет. О, смотри. Этот ебаный фиг летел. Память кончилась. Ясно. В общем, вот так. Наши дворики. Это новостройка, кстати. Во дворах лежат лежачий полицейшин. Полиция, плиз. Рено. Франция, Рено. Хендай. Еще один Хендай. Дед мотыляет. Всем пока.